Вместо предохранителя провода насувал, там включил в розетку, вот заработало. Но так как тут на таких волнах никто ничего не вещает, то ничего и нет. С рукой неудобно крутить, нужны плоскогубцы. Тут могут вещать. На каких волнах? Вот предохранитель там проводом насувал и потом бумажкой заложил. Вот где-то, кажется, вот на этих средние волны 2, от 880 до 1605 килогерц, вот, могут вещать. Средние волны 2. Вот тут. Во! Тену повыше надо поднять. Тут поищем. Ничего нет.
Наверное, все-таки разбирать придется. Тембр хотел поменять. Свое время уже, наверное, отслужило, но не надо тут выжимать с нее последние соки. Выбирать. Как вот из этих вот выбирать, каким хочу я.